Здравствуй. У тебя есть для меня заказ? Есть для тебя одно дело, но может стать жарко. Интересует? Возвращайся, когда будет настроение. Еще увидимся. Увидимся. Крис, как ты, малыш?
Покажи. Эйвор, ты все же собираешься в Ирландию? Я еще не готова отправляться в путь. Я подожду. Все уже готово к пиру? Да, только скажи. Что ж, посмотрим, так ли хороша ваша франкская снеть. Начнем пир. Можно предпочесть Эльвину. Мон Дье, так и не верится. Норманы, может, и бьют франков на поле боя, но нашему вину в мире нет равных. Да, вино прекрасное. Значит, у норманов все же есть вкус. Хочу тебе кое-что показать. Здесь, в Англии, я не раз добывала мечи в набегах и битвах. Этот я взяла на Хольмганге у двух братьев Олухов в Восточной Англии. Он невелик, но все равно великолепен. Значит, вы объехали все уголки этой земли, прежде чем явиться в Рейвенсторп. Для чего? Надеюсь найти много славных бойцов, чтобы вместе ходить в набеги вверх по Сене. И кто успел выслушать тебя? Многие.
Ярл Хеминг, Гутрум и сам Хальфдан. Париж будет осажден. А потом мы добудем столько сокровищ, золота и серебра, сколько еще не видала Англия. Дай угадаю, кто из ярлов готов идти с тобой грабить и осаждать франков. Никто. Они просто не в силах представить себе столько добычи. Что тебе нужно на самом деле? Все, что я сказала, правда. Но есть еще кое-что. Во Франки восстает новая сила. Какая сила? Земли франков объединились и возглавил их один король, Карл Толстый. Собрав много сил, Карл медленно начал наступать на нормандские поселения в тех краях. Убил моего отца и сжег мою деревню. Мне жаль твоего отца и жаль деревню. Но здесь у нас и своих бед хватает. Пока Карл Толстый у власти, бед у вас будет все больше. Добившись своего во Франки, он придет и в Англию. Карл придет за тобой и твоим кланом. Его войско растет день ото дня. С ним придут рыцари и солдаты, а не пахари и ткачи вроде ваших. Если клан Ворона согласится, чего ты потребуешь? Наш конунг Сигфрид готовится осадить Париж и припугнуть франков, чтобы они оставили нас в покое. А потом наши дракары уйдут полные добычи. Мои лазутчики подтверждают рассказ Токи. Но до сих пор я считала, что мы не должны вмешиваться. А что ты скажешь теперь? Если король Карл обезумел и рвется в Англию, нужно действовать. Сигфрид – вождь викингов в землях франков. Объединившись, мы сможем дать отпор этому новому королю. Я могу сама найти этого Карла. И если он не заключит мир, я его убью. Дело ведь не в этом короле. Убьем одного, придет другой. А если его убьет викинг из Англии, франки высадятся на нашем берегу еще раньше. Что ж, посмотрим, кого во франки убивать, а с кем искать союза. Возможно, с сильным королем будет проще договориться. Покажи мне меч. Хочу полюбоваться работой. Нет, я его украл, и он мой. Ладно, не покажешь мне его сам, отберу силой. Готовься, Пьер. Вызываю тебя на Хольмган. Довольно. Тока, ты пришла искать помощи против франкской угрозы, и клан Ворона ответит на твой зов. Правда? Правда? Клянусь, ты не пожалеешь. Как будешь готова, найди Пьера, и мы сразу отплывем во Франкию. Спасибо. Лучше б я пила эль. Надо найти Пьера, когда я буду готова плыть во Франкию.
Волка, и у тебя голова раскалывается. Ну и ночка. Но нам нужно спешить во Франкию. Пьер! Мы готовы плыть во Франкию, а ты как? Я готова. Франкия, край Карла Великого и горечь побед Рагнара, что добыл в Париже много серебра и много бед. А ныне новый король не только ведет франков на бой с норманами, но и засматривается на Англию. И я не позволю этому безумцу пойти войной на нас. А он уже собирает войско и воронье каркает над Парижем. И все? А я думала, Карл устроит нам пышную встречу. Поверь, сестра Волка, ты скоро испробуешь на себе его радуще. Это дело рук Карла? Мы все тут постарались. Боги. Вот что он готовит Рейвенсторпу. Увы. Мы почти на месте. Но Париж на дракарах не пройти. Реку преграждают мосты франков. Мы живем далеко от берега. Отсюда поедем верхом. Остальные пойдут пешком. Нужно ли опасаться засады? Не так близко к воде, и точно не ночью. Сигфрид тут славно потрудился. Я прослежу за разгрузкой, а вы поезжайте. Спасибо, Пьер. Да, Эйвор. Нам надо кое-что обсудить, когда я приеду в Миллион. Удачно доехать. Седло! Сигфриду. Он велел мне добыть топоры. Ведь я должна стать Ярлсконой. А я опять не справилась. Не все зависит от тебя, Тока. Ярлам все видится в свете их забот. Мне бы крепкий эль, да славный бой. Что еще нужно? Лазутчики франков. Они стали часто тут появляться. Что, по-твоему, это значит, Эйвор? Что Сигфриду придется потрудиться еще. Сигфриду придется трудиться, пока тут не останется франков. Лазутчики шныряют здесь с тех пор, как Карл вытеснил нас с севера. Он неотступно преследует вас. Ты можешь стать Ярлсконой раньше, чем ожидаешь, Тока. Боюсь, я не создана для этого. Вон наш длинный дом. Почти приехали.
Как же долго меня не было. А ведь я надеялась вернуться с войском. Надо найти Сигфреда. Дорка, ты вернулась? Надеюсь, все удалось. Когда прибудут те, кого ты привела? Мне нужен Сигфред. Конечно. Что ж, ты найдешь его там же, где всегда. О, да. Он стоит над курганами и смотрит в туманную даль. Как обычно по утрам. Сюда. Наши курганы. Сенрик, мой отец, лежит здесь, как и другие. Пойдем. Ты знаешь, здесь царит настоящий покой. Эта земля прекрасна. Если бы только на ней не было франков. А вот и Сигфред. Иди вперед. Он будет недоволен, что я привела так мало союзников. Я не остановлюсь. Я почтился. Скоро я отомщу за твои слова. Сигфрид? Это ты, сестра Волка? Хорошо. Ты знал, что это я. Йер предупредил меня. Твой топор. Бесценный союзник. Говорят, и твой топор трудится неустанно. Да, я убил многих, открыто и в честном бою. Как велит нам Один. Так заведено. У нас, но не у них. Франки вытащили ярла Синрика из постели и зарезали, как труса. И даже не похоронили. Просто бросили на съедение зверям. Я насыпал для него курган. Ты хочешь, чтобы я сражалась на твоей стороне? Здесь нет сторон. Только долг крови и месть, и Хельхейм для тех, кто разрубит мой топор. Мне жаль твоего побратима, Сигфрид. И сам Один поддержит тебя в твоей мести, но я должна думать о своем клане. Было бы справедливо, будь ты в Англии. Но сейчас ты во Франкии. А теперь нас ждет пир, и я расскажу, что сделаю с Парижем. Это Видар. Самый благородный конь, какого я знал. Бог отмщения? Славное имя. Многие франки нашли смерть от его железных копыт. Он ненавидит их так же сильно, как я. Что за фигурку ты оставил на кургане? Синрик выиграл ее у меня на Хольмганге, когда мы были детьми. Это Иктюрнир, что стоит на крыше Вальгалы. Он и мертвым сжимал ее в руке. По ней я и опознал его, ведь до него добрались дикие звери.
Это будет величайший набег с тех пор, как Рагнар взял Париж и привел Хорику полные дракары серебра. Мы наполним сундуки серебром, а кубки медом. Кровь и слава! Сколь! Дело не только в серебре, Тока. Он не любит, когда ему мешают есть. Знаешь, ведь Рагнар привез с собой не только серебро. Не только? А что еще? Мечи? Драгоценности? Вино? Рассказ о мертвом святом, защищавшем Париж. Потрясенный Хорик отпустил христиан и казнил своих воинов. Правда? Да, слава в этом немного. Вот день, о котором сказал Господь: «Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Язычников убить! Мне нужна голова Сигфрида и еще этой. Соплячку можете отпустить. Кого? Епископ Энгельвин. Нынче славный вечер. Проклятие. Здесь лучше вести себя тихо. Пусть даже верхом сражаться легче, это их не спасет. Куда удрал Энгельвин? Сигфрид, стой! Что он тебе сказал? Тока, займись ранеными и найди стражу. Они должны были предупредить нас. Я же говорю, он не любит, когда ему мешают есть. Мертвого врага не допросишь. Шальному сердцу нужен зрелый ум. О, славно сказано. Куда помчался Сигфрид? Думаю, за епископом Энгельвином. Сигфрид ненавидит его пуще всех. Это он убил Синрика. И его побратима, и твоего отца. Мне жаль, Тока. Все по-прежнему. Нападения даже участились, как ты видишь. Рандви была права. Нельзя, чтобы эта война пришла в Рейвенсторп. Ты что, убедишь короля франков сдаться? Иначе тебе придется перебить всех его солдат. Если мы возьмем Париж, Карл потеряет много солдат. Он это знает. Угроза принудит его к переговорам. Этот клятва преступник не пойдет навстречу. Да и слово труса ничего не стоит. Лучше убить его. Дело не в том или ином короле, Тока. Мне нужна встреча с Карлом ради моего клана. Может, ты и права, но переубеждать тебе придется вовсе не меня. Если ты убьешь Энгельвина, Сигфрид поможет тебе в поисках Карла. Вот это речи Ярлсконы, Тока. Наши люди дважды выследили Энгельвина в трущобах на юге Парижа. Наверняка Сигфрид отправился туда. Я найду Сигфрида там и вернусь, когда Энгельвин будет мертв. А потом за Карлом. Эйвор, сюда, сюда!
Видимо, заперто с той стороны. Что тебе нужно, друг? Покажи-ка, что у тебя тут продается. Мне уже надо идти. До встречи. Жду в любое время. Эйвор, сюда, сюда! Пьер, зачем тебе все это? Думаю, мы поймем друг друга. Ты хочешь сладить с франками, что ненавидят норманов, а я хочу денег. Что-то я не вижу связи. Я имею дело с отчаянными людьми, которым опостырил хаос, охвативший Франкию при Карле. Увы, их мало. Верные трону хорошо вооружены, и драться с ними дураков нет. Ты сам не веришь в своих друзей? Я нет, но они в себя верят. Тут ты мне и пригодишься. Помоги им, и я щедро тебя награжу. Странно. Ты помогаешь им, но считаешь, что их ждет провал. Кто я, по-твоему? Разве не жестоко лишать их надежды, которой они живут? А еще тут можно заработать. Только дурак от такого отмахнется. Чем могу помочь? Покажи, что предлагаешь. Его не выбрала? Ты знаешь, где я, если передумаешь. Я вернусь попозже. Что ж, ты знаешь, где я, если передумаешь.
Рад видеть тебя. Еще увидимся. Увидимся. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Ха!